каблуков. Пораньше надо было отдавать. Сейчас уже поздно. Сейчас уже Лазурит все видит. Чудинов. Бурдасов. Ну и Бабенко опытно, конечно, для партнера шайбу приготовил. Так, и удаление у динамовцев. Кетов. Похоже, ну как минимум 2 минуты за опасную игру высоко поднятой клюшкой. А может и 4. Ну похоже, что да, судья игру остановил. Капитан Динамо на повторе. Если честно, я уже так взгляд перевел, как атака будет развиваться. И в этот момент там вот... Капитаны пожимают первые руки арбитру. Капитаны первые проверяют, да, своими могучими телами крепость скамеек на вот в этом штрафном боксе. Ну, давайте поглядим. Да я боюсь, может быть, не 4, Сереж, на самом деле. Ну, я не знаю, тут арбитр решает. Я думаю, двойной малый. Есть ощущение. Ну, на уровне, то, что это предсказательность. Он пытается сейчас объяснить Антонину Ержабику, капитан Динамо, как это все получилось. Вот тоже часто задаются вопросом, а как вот? Мы вот с третьего повтора все же видели прекрасно, что спорить не о чем. Как и с Ковальчуком, да? А на самом деле в полу борьбы ты можешь толком сам и не оценить эту ситуацию. Потому что, конечно... На максимальной скорости, видишь, как поехал уже. Да поехал, да. Поехал, ты оказался прав, действительно. Нет, ну а я думаю, что